скажите, что произошло 8 декабря? 8 уже это было? А точно. 8 декабря. Вы заступили на дежурство и дальше расскажите историю. Кто будет рассказывать? Мы заступили на дежурство, решили пошутить на Пионерском. Взяли старую телеграмму, переделали в ней текст и отослали по факсу в Пионерск. Переделали текст, исправили номер исходящего и дату, да? Точно. Вырезаю снежинку на окно. Да, представляете? Я помощник оперативного дежурного старшего полиции Ковальчук Андрей Андреевич, вырезаю снежинку на окно. Я старший полиции Коленко Антон Юрьевич. В связи с празднованием Нового года 2020 вырезаю снежинку на окно. Давайте и повесим в дежурную часть. Хоть и меня научите, как это вырезать. Ножницы есть? Что вам еще надо? Все больше ничего не надо.